гараж, держи, заучил стекловый, вот. Да, с первого раза. Так, одним проезжаю, не, беру, переставляю этот шарочек. Раз, вот такой, звук не тот. Да. Я так в сторону смотрю, трещинка есть. Беру по этому, хоп. И главное, что нужно, чтоб оно... Вот он. А там нету в той полосе? Ну, 1,22 метра все равно не тот. Ладно. Скажите мне, я скажу, да или нет. Так. Нет. Или вот, нет. Вот тут. То белое. Нет. Да все равно уже. Ну, такого нету, но оно не такое. Нет, оно нет. А такое есть? У вас вот такое. А, и сколько такое? А его нету. А то есть? Да. А что еще есть у вас такого? Ну, перед вами витрина. А что еще есть? Этого нема. Кого? Ну да, вот это. Ой, можно вот это вот. Два одинаковые. Ну, просто опять будет. Все. Это не шипеть? Все, вот это вот. Плохое оно. Что оно? Не тишили. Ты смотри на то. Нет, ничего. Где вот это? У нас такое. Все, короче, ушло. Все, короче. Ну как, подъедьте, мы при вас сразу вырежем и заберете через 10 минут. Напротив роста зеленая Volkswagen, зеленая крыша, мастерская, стекло, где Ленин и памятники стоят во дворе. До 4. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Пожалуйста, пожалуйста. А я уже бачу, 94,4 не резали. Но риск все равно риск. Где-то 60-е года. Ну, 70-м ближе, когда пик был модно. А тогда я забросил, и я даже не вспоминал за них. Даже не вспоминал. Я жалею тоже, что когда мать еще жила была, надо было подсобирать. Ну. Это то же самое, так получится, что, к сожалению, я в этом больше уверен, к сожалению, вот ваши дети и не будут знать, что такое собирательство марок. Это все отходит, и вот марки тоже, филателия тоже остановилась, по причине того, что новых поступлений нету, ну, как бы сказать, не модно, ну, не, не,
Да-да, Нин. Привет, Жужда. И ничего. В машине спал. Машину, пришел в машину в Жужу, лиг и спал. А... Не, я уже встал. Ну как... Так кисло, як то було з утра. Розслабився. О, все нормально. Що ви там? Розлив, помниш? Да. Как реминесценция из прошлой жизни. А это где была Олимпиада, смотри. Вот, по-моему, где был Керчь, Одесса. А вот, посмотри, где были Лига. Лига. Вот Олимпиада. Вот какие интересные, смотри. Это вообще не место. Прямо полная ностальгия. Кирнакин, бачишь, как я думаю, что мы все будем бороться. А, бабуськи. О, что вы не повесите? Такая чудесная картина, такая прямо жалостливая. Изумительная. Помните ее, да? Да, такая чудесная картина, ее можно повесить. Ну, спасибо, что храните, что даете вернуться в молодость. До свидания. Ты открывала ее, да? Да, я их там накупила миллионы, чтобы был полный аквариум. А что она дает, что? Ничего. Так а зачем покупать? Ну ты же играешь, зарабатываешь деньги. А там уже столько денег, что можно всех рыбок по 100 раз купить. Ну, видишь, а я не знаю. Я тоже играла. Здравствуйте. Мне стекло нужно. 41 на 48. Пожалуйста. Все? Ого, детка. Я вовремя продал два больших таких. Когда Ленинопад был, там валят, а главы администрации приезжают. Покупали, пытались ставить, а им не давали их ставить. Надо что-то сделать. Но главное то, что я успел продать. Они поставить не успели. Маркс и Энгельс. Да, Карл Маркс и Фридрих Энгельс вдвоем стояли. Ждали третьего всегда. Это завод Малышева был. Там рабочие дали. А там, где двое, ждут третьего. И когда его разломали, я искал, части начал свозить. Не знаю, там где-то голову нашел, я и не нашел ноги. Ну не знаю, кого, Энгельса или Карла Маркса. Решили. И еще что-то там. Голова. Ноги и голову не нашел чьи. Нет, Карла Маркса голова есть. Головы Энгельса не нашел, и ногу Энгельса или Карла. Маркса головы нашли.
И чтобы не выбрасывать из силовости. Бабушка даст новую. Владимир Николаевич, еще стекло загружено. Стекло нагрядное буду носить. Постирай.